вечер, дорогие друзья, всем огромный привет, с вами сегодня, как всегда, Олежа Куфи, и мы наконец-таки приступаем к прохождению второму DLC в такой игрушке, как «Привет, сосед, часть 2». Ну что, дорогие друзья, перед началом этого ролика, вам я обязательно желаю приятного просмотра, обязательно приятного аппетита. Не забудьте заранее подписываться на канал, конечно, прожимать кнопочку лайка. Ну а сегодня мы с вами познакомимся с новой историей ужасов, с новой историей загадок и секретов, которая перекидывает нас в какую-то закрытую старую библиотеку. Ну а если подробнее хотите узнать историю, давайте сразу же с ней ознакомимся, потому что у меня все заготовлено. И я вам сейчас прочитаю, что нас сегодня будет ждать. Итак, доходили ли до вас слухи о закрытой библиотеке Рейвен Брукс? Говорят, что библиотекарь никого не впускает в запретную секцию. Может, в одной из книг, что там хранятся, скрытая разгадка безумных секретов этого города. Очень интересно, ребята, посмотреть, что нас сегодня будет ждать. Ну а DLC у нас называется Late Fist. И как я понимаю, ключевым персонажем у нас станет именно вот эта вот бабуля. Ну что ж, я надеюсь, вы готовы, друзья, ведь прямо сейчас мы приступаем к новой истории ужасов. Поэтому погнали! Вау! Вау, это новая локация у нас, правильно я понимаю? Так, еще это, где это мы? Стой, погоди, это не тот самый дом соседа у нас, не? Но, кстати, библиотеку мы с вами, по-моему, не видели. Если школу еще, когда мы проходили «Привет, сосед 2», в школу мы вроде как-то там замечали, по-моему, что-то такое. Ну вот что-то, но библиотеку мы с вами вообще не видели. Если честно, я когда вот просто очутился вот на этом местечке, я подумал сначала, что это дом мэра. А потом, конечно, пригляделся. Ну, слушайте, здание гигантское, здание гигантское. У меня, наконец-таки, мой пукан, так сказать, да, успокоился после выхода предыдущей серии. Ребят, если вы не видели предыдущую серию, то обязательно ее посмотрите. Вот, потому что там было очень много и бомбежа, и багов, соответственно, и всего остального. Ну а что, если игра вылетает по 10 раз за серию, это вообще не круто. Это вообще не круто, и когда сохранялок нет, это же вообще не классно. Единственное, конечно, что отзывы о этом DLC были примерно такие же, как и о предыдущем, только, наверное, в раз 10 хуже. Реально, там очень много отрицательных комментариев по поводу именно этого DLC, которое мы сегодня с вами будем проходить. Поэтому я надеюсь, что с какими-то багами, лагами мы сегодня с вами, конечно же, не встретимся. Ну так или иначе, очередной DLC, который стоит 550 рублей, поэтому очень интересно посмотреть, что для нас подготовили разработчики. Ну что ж, давай. Опа, какая-то книжка. Вот, уже нормально, уже идет нашли. Вообще кайф. Ну не... О, бабуль! Ну ничего себе у нее задница. А, бурури какие-то, ты глянь, да? Так, окей, хорошо. А погоди, а если мы будем... Так, а что она, погоди? Так она... И все, реально? То есть мы можем бегать здесь? Вот я лом прям при ней подобрал. Так а что это у нас в описании? Было написано, что она никого не впускает в закрытую секцию, соответственно, да? А мы что, сейчас не в закрытой секции библиотеки или как, скажите, пожалуйста? Окей, так, а что это у нас за доска? О-о-о, бабуля, бабуля! Тихо-т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 ихо
знаю. Так, ладно, хорошо. Ну, слушайте, одну книгу мы уже какую-то сами нашли. Я просто без понятия, что она вообще нам дает. Но вот чё-чё, но библиотека, конечно, ультра-ультра огромная, я вам хочу сказать. И нам, судя по всему, нужно будет ее изучить вдоль и поперек. Но нам это нравится, ребята, да? Нам же это... Так, а мы вот тут пройти это можем, нет? А вот, это анти... А, не, мы можем. И нафига нам тогда паркурить, если тут такая, типа, антилок-система, как говорит, Стас, смотри. Так, вот она, антилок-система. А, не, вот тут тоже пройти можно. Погоди, тут надо запаркурить, чтобы зайти в ту комнату, серьезно? Нормально то, что... Я уже вижу парочку багов, конечно, ребят. Вы видите, да, вот эту вот стенку, да? Видите, прозрачная она. Понимаю, понимаю. Но нам, судя по всему, нужно прокрутить тот вентиль и каким-то образом забраться туда. Но этого мы сделать с вами не можем, учитывая, что у нас здесь вообще какая-то, не знаю, нефть-то или что это у нас вообще такое? Какой-то мазут? Я вообще без понятия. Короче, мы пока с вами осматриваемся, все изучаем, соответственно, потому что нам нужно запомнить вообще, в принципе, как выглядит изнутри вся эта кухня, особенно дом, да? Я вижу еще какую-то одну книгу. Так, погоди. Опа! Еще один какой-то вентиль. Так, погоди. Друзья, опять же, если вы хотели увидеть, как мы дойдем, соответственно, это... а вот эта книжка. Прямо в руки. Слушай, прямо в руки прилетела нам, а? Отлично. Ребятки, если вы хотите увидеть, как мы пройдем этот DLC до конца, то, конечно же, как обычно, все зависит лишь только от вас. Вам всего лишь нужно прожать кнопочку лайка, и, конечно же, обязательно подписаться на канал. Ну и в комментариях написать, что вы ждете вторую часть. Я просто уверен на 100%, что, как и с первым DLC, который мы с вами проходили про школу, тут мы явно с вами задержимся очень надолго. И с первого раза на 100% не получится это пройти. Учитывая, что тут нету никаких сохранялок и все остальное. Сегодня у нас скорее такая, знаете, чисто ознакомительная серия. Мы с вами просто изучаем локацию, да, попытаемся понять, что нам тут вообще, в принципе, нужно сделать. Вот, поэтому да, сегодня у нас чисто ознакомительный видосик. Так, а бабуля? Бабуля ушла. Отлично. Так, а это что за рычаг у нас? А он не активируется, смотри. Окей. Я пока не особо понимаю, что нам надо сделать с книгами. Так, и что это мы с вами переключили?
Че включили, че переключили? Блин, ну библиотека гигантская. Просто гигантская. О, бабуля, 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 куда ты бежишь, бабуля, куда ты бежишь, а? Ты давай там не споткнись, ты бурури там, а? Так, погоди, а как-то можно разбить? Блин, ну, по-моему, не разобьется такое окно, да? Ладно, окей, давайте попробуем. Я смотри, я предлагаю, что сейчас сделаем. Мы просто заходим сейчас в библиотеку, просто на характере. Просто, ну, как бы с остальными яичками, соответственно, да? Просто залетаем, прыгаем сразу вниз, и, по идее, бабуля нас там тогда не заметит. Ну, по идее, да? По сути, это чего? Может быть, нам просто надо втихаря тут передвигаться, нет? То есть, смотри, если мы не будем просто издавать шума никакого, да? В теории мы с вами, кстати, можем забраться. А если мы сделаем вот так вот? Потом, эть, хорошо. Потом вот сюда. Да и тут капец лабиринта, ты глянь, а? Вот тут какие-то проходы вообще. Со всем этим надо ознакомиться, по-любому. Так, и вот дальше как-то... Как-то, погоди, я вот там уже вообще ничего не вижу. Просто в обсуждении к этому делу все писали, что здесь вообще нифига никак не проработаны тени, из-за этого вообще ничего не видно. Но не получилось, не получилось. Возможно, как-то по-другому туда надо попасть. Ну ладно, окей. Как я понимаю, нам нужно собрать как можно больше книг, да, каких-то? И куда-то их потом вставить, судя по всему. Здесь пройти мы не можем. Блин, ну тут вообще реально темно. Тут вообще просто ничего не видно. Так, что-то есть у нас тут? Капец тут лабиринты. И люстра огромная, просто гигантская. Не, ну библиотека, конечно... Да там еще и подвал есть! Да вы прикалываетесь, что ли, а? Не, ребят, здесь мы явно долго. 100%... Блин, ну реально что-то как-то вот... Вот там вообще локация максимально темная. Как мы там вообще что-то разглядим, скажите, пожалуйста, а? Как мы там что-то увидим? О, рычажок. А ну-ка. Что мы с вами сделали? Блин, понять бы, конечно, от чего все это, потому что я, если честно, пока вообще ничего не понимаю. Так, стул давайте уберем этот, чтобы дверьку мы могли открыть. Ну все, вообще кайфарик. О, это получается, мы теперь с вами можем выйти. То есть у нас есть два входа, и центральный, и задний. Отлично. Единственное, кстати, обратите внимание, какого цвета вода в фонтане. Это нормально, хотите сказать, да? Как по мне, это, конечно, не очень круто. А, окей, так, давайте ознакомимся с другой стороны. Что-то есть, что-то есть. Шкаф, в нем спрятаться можно? Найс, отлично. В нем можно спрятаться. О! Где бабуля? Где бабуля? Бабуля, бабуля! Еще одну книгу увидел. Еще одну книгу увидели. Так, она за нами? Она за нами-то не бежит, а! По-любому от своей бурури споткнулась и упала 100%! Так, а здесь что-то еще с рекой, это еще рубильник. Так. Я реально не понимаю, что мы с вами переключаем. Что мы с вами вообще делаем? Так, давайте я лом возьму. С ломом как-то поудобнее. Нет, бабуля, 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 не надо. Так, может, вниз спустимся, не? Давайте внизу побегаем немного, посмотрим, что внизу. Блин, ну как много книг! Еще одну книгу видел. Так, отлично. Но бабушка, ну ты тебе, ну смотри, как она. Так, погоди, а мы как-то. Давай! О! Запаркурили! Отлично, еще одна книга у нас. Еще одна книга. Вообще кайф. Блин, осталось понять, куда эти книги все нужно поставить вообще. Просто вот этого я реально не понимаю. Ну, типа, мы с вами нашли уже три книги, а куда их ставить, я вот это вот вообще не понимаю. Хорошо, вот тут еще какая-то одна книга была. И, по-моему, эта книга у нас с пламенем, да? Ну, все, вообще изи. Чё-то как-то все пока просто очень. Нету такого ощущения, не? Так, бабуля сейчас сюда пойдет, и вот тут я видел под нами шкаф. Шкаф с логотипом огня. И, может быть, эту книгу нужно поставить... А вот еще какая-то, смотри... И у нас было... По-моему, было... Нет, а нет, вот такой не было. Может быть, тут реально надо просто искать шкафчики, которые... А ну-ка, давай попробуем. Во. О, реально, глянь! И все, что ли? Так просто? Да. Ну ладно, давайте, хорошо. А сколько таких шкафчиков, сколько таких книг, интересно? Вот еще одна книга, смотри, книга с короной. Нет, тогда это вообще... И вот еще одна... Да это ж вообще детский сад какой-то, это ж очень просто. Не, пока DLC со школы было намного... Как будто бы интереснее и сложнее. Ну ладно, возможно, это лишь только маленький кусочек от всех загадок, которые нам с вами предстоит сегодня решить, соответственно. А может быть, и не только сегодня. Так, может быть... Ой, смотри, там ключ какой-то нужен, да? А вот и смотри, а какая картина, какая бабуля у нас. Просто секси, а? Так, погоди, она где-то меня видит, а? Где ты, бабушка? Где ты, бабулечка? Иди сюда! В щечки тебя расцелуем! Погоди, а вот, может быть, здесь какая-нибудь картина будет, не? Ой, картинка, книга. О, ключ, имба. От чего ключ? Погоди, может быть, реально от какого-нибудь подвала? Ема, а это что такое вообще? Тут вообще ничего не видно. Так, окей, возможно, нам стоит спуститься туда и посмотреть, что находится там. И здесь тоже нифига не видно, непонятно. Хорошо, но... Ой, бабуля! Ну я же пошутил, ну я же не хотел... Ну все, отстань. Ну давайте, ладно, попробуем спуститься вниз. Так, вот вижу еще один шкафчик, куда можно поставить книгу. Давайте чисто попробуем, не знаю, получится. Реально, смотри. А, не, нифига.
Так, а что, погоди, в смысле, не подходит? Реально? Не, реально не подходит. Так, ой, бабушка, 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 тихо, 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 тихо. Да все, ухожу, 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 ухожу. Она реально, она даже не быстро перемещается. Мы быстрее нее двигаемся. Так, ну а если мы вот сюда выйдем и вот так вот просто перепрыгнем, и что она нам сделает, а? Давай, выходи в Масуд, прыгай, ну давай. А, чего? Она даже так умеет делать, ты чего? Так, вот что, ну вот это было нежданчик, конечно, вот это было прям ультра неожиданно. Окей. Будем смотреть. Блин, у меня такое ощущение складывается, что вот как будто бы одна из книг находится на люстре. Ну просто видите, там как будто прыжок веры мы с вами должны сделать и прям приземлиться в это люстра, а? Нету такого ощущения. Так, вот интересно, от чего мы с вами подобрали ключ? А, мы с вами открыли вот эту дверь. И что нам тут сделать надо? Тут же вообще нифига не видно. О! Еле как разглядели эту лестницу! Ну тут реально тут очень темно, я не знаю. Очень темно. Так, а вот туда надо ставить вентиль, правильно понимаю, да? Вот просто писали в обсуждении, что тут не поработали. А чё это мы открыть не можем? Чего это мы убрать? А, мы перегружены, да? Давай я пока лом выброшу. Вот здесь мы его кинем. Это мы сделаем вот так вот. Лом мы обратно забираем. Вау, блин, ну вот это, конечно, кайф, а? Вот это, конечно, кайфарик. И чё интересного у нас будет на крыше? А ну-ка. Сейчас тут какая-то по-любому книга должна быть, наверное, да? Или, может быть, не книга, может быть, что-то интереснее книги, а? Ну вот и она! Блин, ну мы только подобрать ее не можем, потому что перегруз у нас, а? Так, погоди, а этот шкафчик у нас чем? О, погоди, стой, а это такой же логотип у нас был или не такой же? Да, такой же, смотри! Тогда, если мы с вами... А подожди, а как туда пробраться? А, ну так все, есть, смотри. Мы просто берем сейчас вот эту книгу. И просто мы сейчас в эту теплицу заходим с обратной стороны, потому что вот как раз-таки там то самое стекошко, которое должно... А ну-ка, а может быть вот этот ключ подойдет сейчас у нас как раз-таки к этому замку? А ну-ка, чекаем. Найс! Ой, отлично, ребята, просто прекрасно. Слушайте, ну пока у нас прям вообще все на мази. Еще одна две книги на крыше, серьезно? Такое себе. Слушайте, как-то очень просто, нет такого ощущения, а? Так, окей, ставим эту книгу сюда. Блин, только вот сейчас моментик на самом деле такой. Но вот эту книгу мы сейчас с вами подбираем. А другие книги нам куда? А вот и вентиль вижу, блин. Нам как-то... Так, вижу, вижу шкаф с пером. Пера у нас нету, да? А, так, давай... Это было жесткое падение. Давайте искать. Нам надо с вами искать шкафчики, которые нам могут пригодиться, в которые мы сможем засунуть, соответственно, эти книги. Давайте смотреть. Где-то эти шкафчики 100% должны... О, погоди. Лом сейчас возьмем. Сейчас посмотрим, что тут внутри у нас. А ну-ка. Книга, что ли, какая-то? Не книга? Нет. А что у нас тогда тут? А, вот, смотри. Имба. Все, ставим книгу сюда. Отлично, нашли. Так, что-то еще у нас есть. По-любому где-то еще какой-то шкафчик. У нас вообще какие книги? У нас книга стрелочкой, у нас книга... с каким-то типа листочком и с нотой. Нет, бабуля. Так, это что у нас? О, нота! Как раз нота. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Где? А куда? А, наверх на... Ух, елки-палки-то зеленые. А как нам наверх туда забраться-то, скажи? А как наверх туда пробраться? Так, здесь у нас какая-то карта. Блин, надо понять, как забраться туда наверх. Потому что книгу-то туда закинуть надо. Ну вон она побежала. Я надеюсь, что назад она не пойдет. Ну и конечно, она будет разворачиваться и пойдет назад. Конечно, да. Блин, а сюда никак забраться на мне? Может как... О, имба вообще, слушай, а? Не, ребят, ну как-то прям все слишком просто пока что, а? Так, а что это у нас получается? У нас есть еще две книги, да? Две книги у нас с вами есть, это хорошо. А, здесь у нас с вами ничего, здесь у нас с вами ничего. Мы можем в теории сейчас просто обратно подняться на крышу, соответственно, да? Так, ну карты мы с вами не подбирали. У нас только стрелочка и что-то в виде какой-то пики, я не знаю, или что-то типа того. Ключа от этой двери у нас с вами нету. Нам еще с вами его предстоит найти, поэтому я реально предлагаю нам сейчас подняться наверх, забрать те самые две... Чего? Это чем? Мы еще одну книгу подобрали, а? Ты смотри, вот как я должен был это разглядеть? Это чисто сейчас на рандоме просто произошло. Да, уж конечно. Так, и у нас наверху валяется еще одна книга. И значит, на люстре у нас сейчас с вами... Так, а где эта книга у нас с вами? Где-то книга это с вами валяется. Где-то книга это с вами у нас была. Вот она, отлично. Я предлагаю сейчас запрыгнуть на люстру, подобрать, соответственно, рычажок. Точнее, не рычажок, а вентиль, вот. И с помощью вентиля уже мы, соответственно, с вами, я уверен, на 100% сможем что-то повзаимодействовать, что-то, наверное, открыть. Так, ну здесь мы с вами все сделали. Ой, нет, тихо. Капец, мы прям на волоске сейчас были. Так, спрыгаем вниз и подбираем вентиль. О, она еще и шатается, ты посмотри. Так, ну здесь книг я никаких не видел.
аккуратненько спускаемся. И теперь осталось лишь только вспомнить, куда мы этот вентиль с вами можем положить. Это не книга случаем? Не, не книга, показалось. Так, ладно, давай, смотри, сейчас спустимся. Так, это у нас что? Это у нас короны. Короны у нас с вами нет. Да, короны еще с вами у нас нету. Так, что у нас с вами еще есть? Вообще, вентиль можно было поставить вот сюда каким-то образом, да? Я боюсь прыгать вниз, мы просто банально утонем. Поэтому... Так, вот, стрелочка. Вот, есть, есть контакт. Есть контакт, отлично. Это хорошо. Так, быстренько вот так вот. Ой, мы прям запрыгнули, ты посмотри. О, все, загорелось, все поставили. Так, у нас с вами остался цветочек, ракета и пика. Давайте будем внимательно присматриваться ко всем мелочам. Но мне кажется, на втором этаже все это надо поставить, нет? Просто мы что-то на первом этаже все, мне кажется, везде уже расставили. Возможно. А возможно и нет. А возможно и нет. Кроме карты. Вот карту на первом этаже мы с вами, но карту мы еще сами не находили. О, так, хорошо. Здесь ничего больше нет. Здесь больше... Она просто все досконально проверяет, чтобы мы с вами точно ничего не пропустили. Какая-то странная книга, нет? Мы ее с вами подобрать не можем? Не можем. Окей, давайте будем подниматься на второй этаж. Скорее всего, реально, на втором этаже оставшиеся шкафчики находятся. Вот там шкафчик с пером, но мы его еще не находили. А, здесь у нас есть какие-то шкафчики? О, вижу ракету! Только туда нужно каким-то образом забраться. А как нам это сделать? Как нам это сделать? О, погоди. А что здесь можно сделать? Что-то, видимо, судя по всему, нужно переключить. Так, ну мы в теории можем забраться, наверное, как-то... Ну, запрыгни. А что не запрыгиваешь, а? Ну, ты же мастер паркура, елки-палки. Ну, ты же умеешь это делать, а? Мы не через такое проходили с тобой, братишка. Ну, ты чего? Понятно. Нет, бабуля... ладно, если мы сюда... Вот, вот сюда он самое главное запрыгнуть может. А на все остальное запрыгнуть не может. Все, отлично. Так, и сюда мы с вами ставим ракету. Ракета у нас залетает вот сюда. Отлично. Я без понятия, сколько книг мы с вами... А, у нас... А, нифига себе, погоди, стоп. У нас сколько? У нас еще две книги. Смотри, тут оказывается зелененьким-то загорается. Смотри, 1, 2, 3, 4, 5, 6... А, так, лоу, нам осталось найти только сколько получается? 6 книг. И поставить их в правильные места, и все. Так это ж вообще легко. Так это ж вообще изи-каточка получается, да? Во, нам с вами еще туда каким-то образом попасть надо. И там у нас какая книга? Полмесяцем, да? Месяц еще надо отыскать. По-моему, этот вентиль куда-то надо было поставить, но куда, я не помню. Здесь что-то есть? Вот, смотри. И вот там, по-любому, внутри, вот здесь что-то... Мы можем забраться как-нибудь туда, нет? Как туда пробраться-то, а? Где, может как-то прыгнуть оттуда, не? Может как-то раскачать можно люстру и запрыгнуть туда? Интересная, конечно, теория, но реализация, конечно, пока непонятна, непонятна вообще. Ладно, ребят, я думаю, я сейчас дальше буду просто продолжать искать эти книги. Вот там что-то красный горит. Вот надо туда наверх забрать снова и посмотреть, может, мы сможем это дело открыть. Ну, вообще, можно... А, так тут, погоди, тут вообще легко. А ну-ка, погоди секунду, бяу. Ой, там, смотри, а. Так, оказывается, с внешней стороны дома еще реально тоже дофига всего. Так, здесь у нас полумесяц. На полумесяце мы с вами еще не находили, поэтому давайте искать. А здесь мы с вами можем, по идее, пробраться тоже куда-то. Но вот куда, тоже пока непонятно. Во, я понял, как мы туда сможем пробраться. Я понял, сейчас мы с вами это реализуем. Сейчас мы с вами это сделаем. Давай, смотри, мы прыгаем вот сюда. Потом прыгаем вот сюда. Ну, в теории мы должны долететь. Найс. Нифига не найс. А как нам туда забраться? Не, ну, конечно, была не была. А как тут забраться-то реально, да? Это что за прыжок ассасина мы должны сделать, скажите, пожалуйста? Не понимаю, пока не понимаю. О, а ты смотри, что мы умеем, оказывается, да? Я думал на этот столб не запрыгнуть. А тут, оказывается, вот что можно сделать, а? Так, ну мы тогда с вами прокручиваем этот вентиль. Опа, 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 опа. Ну нифига. О, еще одна книга, смотри. Это книга с пикой у нас, да? Это то, что... Вот оно, да? Оно, не оно? Так, погоди, нам с вами... А теперь нам с вами еще каким-то образом туда попасть надо, да? Давай попробуем, давай глянем. А ну-ка. Можем? Во! Сюда! Так, и у нас с вами... Так, а теперь вопрос, как отсюда выбраться? Как мы отсюда с вами теперь будем? Ну, что-то он... Что-то он не хочет выпрыгивать. Братишка, ты будешь выпрыгивать отсюда или нет? Ну, ема, ну давай! Вот! Аккуратненько приземлились. Так, здесь что-то можно сделать. Здесь можно... А, это как я понимаю... Ой, смотри, там что-то интересно. Хорошо, допустим, мы сейчас прокрутим этот вентиль. И что нам это даст? И что нам это дает? Давайте... Ой, стой, 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 стой. Прокручиваем еще один вентиль и... О! Прикольно. Слушай, то есть это мы теперь можем просто выбраться, да? А ну-ка. А ну-ка. А че? Классно мы выбрались, а? Просто офигенно. Просто офигенно. Она не работает. Она реально не работает. Ладно, я по старой...
Еще и даже так не получится, что ли? Серьезно-то, а? Да уж, конечно, вообще просто. И что нам делать? Так, а, то есть... Не, погоди, она нас чисто закидывает до шкафчика, да? То есть, чтобы выбраться, нам, соответственно... Ходу выбраться отсюда можно лишь только одним путем. И это, скорее всего, как-то вот через вот этот сложный маршрут, да? Мы запрыгиваем вот сюда, вот сюда. А, нет, стой, погоди. Тут еще какой-то паркур дальше. А ну-ка. Блин! Ну тут, конечно, постараться надо, чтобы это пройти. Тут, конечно, сложновато. Фух, ну все, вроде осталось прокрутить лишь только здесь вентиль, и что-то должно произойти. А ну-ка, что у нас... Так, ну у нас теперь нету Масута здесь, это радует. Ну, точнее, как, он тут есть, но я просто тупо ничего... Оооо, это что у нас? И что, я пройти не могу. О, все, прошли. Давай, только не падай, ну нет! Где мы остановились? Ой, ну хотя бы здесь. Хотя бы здесь, и это радует. Хотя бы здесь прогресс, так сказать, не стоит на минуту. Тут капец паркура у нас вообще, а? И вот все ради чего, скажите, пожалуйста. Так, давай. Отлично. Мы почти на свободе. Мы почти это сделали. Так, аккуратно. Все, забираемся по трубе, аккуратненько. И вот сюда на камушек. Ну, наконец-то! Не, ребят, вот чё-чё, ну вот это было реально жестко. Вот этот паркур реально запомнится мне надолго. Ладно, будем смотреть, но у нас все равно есть этот вентиль, который мы можем для чего-то использовать. Только куда его нужно применить, я пока не особо понимаю. И у нас с вами еще, видите, что есть вон там вот наверху, да? То есть и там тоже нужно будет что-то сделать. Короче, будем смотреть, будем изучать и будем искать следующие книги. Так или иначе, у меня еще одна книга в виде цветочка, и надо найти тот самый шкафчик. Ну что ж, я нашел какую-то новую локацию. Я тут еле как запаркурил сюда. Давайте ознакомимся с ней. Давай. О, погоди, книга. Это же книга, нет? Тут. А, погоди, стоп, у нас. У нас как раз листочком была. Погоди, где-то. Ну вот же листочки здесь, не? Или не оно? Ой, погоди, а что это мы делаем? О! Мы люстру опустили вниз. И что это нам дает? А реально, а что это нам дает? А, погоди, все, да. Вот теперь, если мы упадем на люстру, мы сможем перепрыгнуть туда. Имба, вообще имба. Так, хорошо. Но здесь по-любому что-то еще должно быть. 100%. Возможно, либо книга какая-нибудь, да. Либо... О, переключатель, я же говорю. Так, и что поменялось? Что-то должно было активироваться. Что-то должно было включиться. 100%. Ну, что-то я пока не особо вижу, что у нас вообще поменялось тут. Блин, реально, тут эти рычаги, тут вообще непонятно, что меняется, что не меняется. Тут даже звука особо никакого не было, что что-то поменялось. Так, ну ладно, здесь была, не была, допрыгнули. Я вот хочу попробовать дойти вот до вот этого вентиля, посмотреть, что он делает. Ну, чтобы туда проникнуть, я, кстати, не знаю, как туда. Ну, то есть, если тут как-то, тут реально как-то тут лютый паркур начинается. Вот тут мы не запрыгнули с вами, к сожалению. Ладно, давайте поднимемся сейчас наверх. Снова попробуем пробраться на люстру, запрыгнуть. Вот тут, смотри, вот как нам вот тут пройти. Вот это интересно, конечно, потому что вентиль туда-то вставить надо. Но вот с этой стороны вот как-то можно пройти туда. Ну, короче, это мы на заметку берем и держим в голове. Ну, вообще, в теории, мы, наверное, можем допрыгнуть даже отсюда. Давай. Ой, плохая идея. Не, нормально, нормально. Нет, плохая идея. Нет, нормально. Давай, ну наверх, наверх. Вот туда, наверх. Нет! Ладно, такое тоже бывает. А сколько нам, кстати, Ну, вставай, давай, братишка. Сколько нам? У нас одна осталась книга в руке, которую мы можем куда-то положить. Ну, где находится этот шкафчик, я вообще без понятия. Вот, нам осталось 5 книг. 5 книг осталось. Всего-то ничего. Ну, на этот раз мы с вами точно не промахнемся и попадаем четко. О! Ну нифига себе, она шатается. Так, и чего? Нам надо как-то... Ой-о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 й! Что происходит вообще? Вы что, с ума сошли? Ну и мы прям на бабуле упали. Ну, конечно, мы прямо на бабуле упадем! Бабуль, что, извини, мы уходим. Бабуль, что, извини, мы уходим. А как мы должны тогда ровно упасть на эту люстру, если она начинает просто, я не знаю, это же жестко! Блин, вот там что-то по-любому какая-то книга находится. 100%, а? Надо... Ну ладно, все, бабуль, ухожу. Да ухожу я, бабуль! Она нам даже, смотри, она нас даже... Она просто нам, типа, делает замечания и все. Ну, что-то это как-то слабовато, если честно, по сравнению с другими этими странными персонажами, которых мы видели с вами, да? Что-то слабовато. Ну что ж, друзья, бомбочка, как говорится, да? Нет, спокойно! Я вообще боюсь лишних движений делать. Просто боюсь. Вот, все, нужно просто прыгнуть туда. Нужно просто... Я не знаю, как мы стоим на этой люстре! Тихо. Тихо. Нет, нет, нет! Да это нереально! Это нереально! Я не понимаю, как мы... Как мы это должны сделать? Объясните, как мы это должны сделать? О, кстати... Нормально, нашли еще одну книгу. Вообще кайф. А подожди, мы где-то видели с вами этот шкафчик, да? Где-то видели, где-то шкафчик этот был. Вон он у нас, да? Да. Но осталось только понять, кто-то за... А, стой, погоди. Мы можем как-то...
Не, туда мы не запрыгнем. Если... Хотя, если вот с этих книг, то здесь уже можно постараться это сделать. И вот сюда. Отлично, идеально. Все, сюда мы книжку поставили. И вот через эту дырку мы с вами можем пролезть. Да, и, блин, а нам надо как-то допрыгнуть вон туда. Ну, как туда допрыгнуть, я, честно, не знаю. Может, как-то реально сверху, типа, туда. Эть! Не, это нереально вообще. Просто невозможно. Эть! Давай, нет, я вам говорю, это невозможно. Тут я не понимаю, что за паркур, конечно. С каждым DLC, который мы с вами проходим, тут, конечно, паркур в этих играх все сложнее и сложнее, как будто бы, серьезно. Ну, по идее, нам осталось только найти 4 книги. Потому что книги... Нет, у нас, точнее, найти 3 книги и 4 поставить. Вот, поэтому я думаю, что совсем скоро мы с этим делом справимся. Во, я понял. В общем, смотрите, там один рычаг, который находится внизу. Он активирует нижнюю, когда она открыта. Точнее, он открывает нижнюю, но когда открывается нижняя, здесь закрывается. Вот, поэтому мы сейчас зашли через обратную сторону, прокрутили вентиль. Так, ну это надо включить. Это надо по-любому включить. И что мы с этим... И что мы сейчас сделали, это, конечно, очень хороший вопрос. Так, а вот это мы можем с вами сломать? Не можем, да, сломать? И что мы сделали? Что-то с вами, наверное, сделали. Возможно, это нам поможет, а может быть и нет. Но надеюсь, что поможет. Давайте, раз уж мы с вами наверху-то находимся сейчас, мы с вами снова постараемся забраться на... Я, опять же, я не понимаю, как мы это должны с вами сделать, но постараться должны сделать. Вот, потому что, ну, как-то вот надо устоять как-то на этой люстре и запрыгнуть вот туда. Ну, а подожди, а если мы... Если мы еще гениальнее... Нет, нет, нет! Опа! Паркур! 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 Ну вот каждый раз одно и то же. Каждый раз одно и то же, а. Что нам с вами осталось делать? Нам с вами осталось найти этот шкафчик для листка. Да, книга это у нас есть. И найти 3 книги с нотой, с масками и с кино. Все, больше нам ничего делать не надо. О, я нашел шкафчик для ноты. Вот, вот он, пожалуйста, только у нас нету самой этой книги. Поэтому ее надо с вами нам искать. Надо ее искать, и я надеюсь, где-нибудь мы ее с вами-то найдем. Вот, мы что-то тут переключили. Ну, что-то, походу, ну-ка, здесь забраться можно. О, так погоди, стой. Если... Ать! Может быть, как-то все-таки можно туда забраться, нет? Получилось, ребята! Вот это я понимаю, мастер паркура, а! Видали, все-таки, походу, не надо было запрыгивать на эту люстру, нужно было... Так у нас есть как раз-таки нужная книга. Вставляем сюда, и... Бэмс! Все, готово! Итак, нам с вами осталось всего лишь-то ничего, найти только 3 книги. Осталось лишь только понять, где они находятся. Так мы с вами, ребята, нашли еще одну книгу. Найс, найс, это очень хорошо. И я даже знаю, куда нам с вами ее нужно поставить. Ну, слушайте, нам осталось-то вообще ничего. Сколько? Вот смотри, мы сейчас эту книгу поставим. И всего лишь на 2 книги надо будет найти. Вообще лафла, а? Только осталось понять, где эти книги находятся. По-моему, нужно наш шкафчик находился где-то... Да, сюда, отлично. Ну все, 2 книги, ребята, просто 2 книги. И мы с вами, ну я не знаю, мы с вами, по идее, решили эту загадку. Ну я, по крайней мере, на это надеюсь. А то что-то, походу, пока непонятно. Все, нам осталось, даже вот этот шкафчик я знаю, где нахожусь, где находится. А вот этот шкафчик и даже где книга, я вообще пока без понятия. Не, ну вы представляете, вы просто прикиньте, а? Вот она, просто валялась вот здесь вот. Вот как я должен это был увидеть? Как, я не понимаю, а? Чтобы просто, ребят, понимали, я, наверное, все эти книги ищу уже точно больше часа. Осталось лишь только понять, где этот шкафчик находится. Где-то, может, тут, я не знаю. Просто вот именно шкафчик с... Так, погоди, здесь мы были. Причем мы реально, мы же пробегали это место, но вот просто книга разбросана так рандомно здесь. Это вообще какой-то приколдес. Так, ну вот, это что у нас, погоди, это у нас какая? Это у нас с дублером, да, книга? И куда? О, погоди. Немц, все, отлично. Последнюю книгу, одну книгу лишь только осталось найти. Вообще кайф, а? Все, ребята, мы с вами почти добрались до конца, мы почти сделали это. Вы ни за что не поверите, где я нашел последнюю книгу. Это просто ад какой-то, я не понимаю. В общем, я снова пробегал вот именно в этом месте. Я хотел запрыгнуть вот туда, видите, да? Это единственное место, где у меня горит красный вентиль. И это место, судя по всему, надо каким-то образом активировать. Как, я пока не понимаю. И книга, я подхожу сюда, соответственно, чтобы где переключаются у нас вот эти вентили, да? Вот, они должны быть выключенными. И просто книга валяется именно здесь. Вы прикиньте вообще, а? Какой бред! Как? Там же так темно. Как я должен был увидеть эту книгу, а? Мне просто повезло, что я мышкой вниз навел и увидел эту книгу, понимаете? Но вот именно логотип, что можно что-то подобрать. И смотри, бабуля стоит прямо вот у того самого шкафа, куда нам сами надо пройти, а? Ну как это работает? Я надеюсь, может у нас... Ну-ка. А ну-ка, погоди. Ну, бабуль, давай, уходи. Бабуль, ну у нас... Знаешь, у нас тут миссия вообще-то. Нам тут вообще во... Так...
Ну, а чё? Где? Подожди, стой. Ну. О, получилось! Успели, не успели, погоди. Блин, сейчас проверим, пока, ну, по идее мы книгу успели вставить, по-моему, не? Сейчас давай чекнем, а ну-ка. Да, наконец-то, да! Ну что ж, дорогие друзья, мы готовы с вами ртянуть этот рычаг. Не знаю, что произойдет после этого, но... О! Что-то упало. О, ключик! Ключик! Ключик, ключик, ключик подобрали. Не-не-не-не, бабуля. Так, давай-ка ты, давай-ка, все, ты нас, от нас отстанешь, и мы пойдем дальше своей дорогой, хорошо? Договорились? А ты смотри, что делает, она дальше за нам бежит. Так, ну мне кажется, что этот ключ вот от этой двери, не? Ну, по идее, по логике. Да, все, вообще кайф. Дверьку закрываем, идем. Ух, как много тут ее портретов-то, а? А, нет, стой, погоди. Эту... Вау! А это что такое? Вы что, с ума сошли, а? А здесь что делать надо? Так, и чего? Ну нифига себе! Это реально какая-то секретная просто библиотека, я не знаю, затопленная, не затопленная. Ой, так, ладно, у меня уже глаза разбегаются, если честно, я уже запутался, что нам тут с вами до конца-то надо сделать, реально. Так, здесь закрыто, здесь мы больше сделать сами ничего не можем, здесь тоже у нас все закрыто, оттуда мы с вами пришли, здесь мы можем пуститься вниз. Блин, ну это, конечно, жестко, я вам хочу сказать. Ну, короче, как я понял, нам надо с вами спускаться вниз, да? Давайте-то упадем, наверное, где-то вот здесь вот. Блин, темно-то, конечно, вообще нифига не видно в этих уголках особенно. Так, и здесь еще ниже можем опуститься, да? Здесь можем на люстру запрыгнуть. Для чего, пока непонятно. Так, эта дверь у нас закрыта. Давайте, а если с этой стороны? Так, здесь, смотрите, у нас протечка. Конкретная причем такая протечка. Здесь ничего. Здесь ничего. Так, вот вижу вентиль, который нам с вами нужно перекрутить, правильно я понимаю? Ну, скорее всего. Так что давайте спустимся еще ниже. Да, здесь мы с вами вряд ли сможем пройти, поэтому единственное, что мы с вами можем сделать, так это просто перекрутить этот вентиль. И все. Так, и что у нас, что-то произошло? Не, нифига не произошло, прикинь. Просто нифига не произошло. Так, а здесь как-то... Как-то, может быть, можно, не? Блин, ну вообще опасно, если честно, реально. Так, окей, смотри, эта штука нас возвращает обратно, да? Давай попробуем встать на нее и... Отлично. А погоди, а мы здесь... А у нас здесь не было, да? Вот, нас здесь не было. Мы крутим следующий вентиль. Так, и вот здесь мы можем как раз-таки открыть теперь дверь. Отлично, просто прекрасно. Просто лучше не бывает. Так, и что мы сделали с вами? Хороший вопрос, но ничего не понятно, как обычно. Мы можем запрыгнуть на люстру. Ну, нам это тоже ничего не дает. Ой, нет, блин! Так, ну ладно, нас, по идее, вернуло обратно. Да. Так, давайте думать, давайте думать, давайте думать, давайте делать. Делать. Потому что я эти книги искал полтора часа. Реально, ребята, полтора часа времени, да, на поиск все эти книги, конечно, как хотели. Вот, и уже хочется прийти к какому-то заключению и посмотреть, чем все это закончится, соответственно. Потому что пока, как обычно, нифига не понятно. Мы с вами пробираемся в какую-то секретную локацию, соответственно, все как обычно. Так, а погоди, а что мы с вами не сделали еще? Что мы еще не сделали? Так, вот там у нас красным горит. Значит, нам надо туда как-то пробраться, да? Вот туда каким-то образом надо с вами пробраться. Давайте постараемся сейчас это сделать. Так, ну вот здесь нет. Так, здесь нас с вами не было. Так. И что у нас? О-о-о-о! Мы с вами пробираемся еще ниже. Да что же это такое-то, а? Так, крутим этот вентиль. А вот этот вентиль сможем прокрутить? Блин, а вот этот вентиль уже не крутится, смотри, а? Обойти систему так не получится у нас. Если вот так вот... Да я вообще не понимаю, куда нам идти с вами надо. Окей, мы доп... Да блин, ну как можно было так перепрыгнуть, а? Так, и в итоге, где мы с вами сейчас оказались? Аккуратно, аккуратно, аккуратненько. По идее, вообще в теории мы можем сделать лайфхак. Вот так, вот так. И все, смотри, и просто имба. Мы убираем это кресло. Мы активируем... О-о-о! Мы с вами пробираемся еще ниже, а? Ты глянь! Ну что за красота, ребята? Ну просто что за красота, а? Ну что за гений перед вами просто сейчас, а? Так, здесь мы с вами не понимаем, можем пробраться, не можем. Но по идее можем сделать вот так вот. Мне кажется, я сейчас просто обхожу все системы, которые только можно было войти. Блин, ну вот здесь объективно, здесь вообще ничего не видно. Реально, я просто ничего не вижу. Очень темно, просто очень темно и очень непонятно. Так, вот здесь нас с вами еще не было. Здесь какой-то проход, который... Во, во, отлично. Мы его деактивировали. Давайте спустимся вниз и упадем вот сюда. Отлично. Так, и что это? Где это мы с вами находимся? По идее, вот... О! Да что же это за библиотека такая глубокая? Вы можете мне сказать-то, а? Вот главный вентиль, да? Смотри, а ну-ка. Ну, он ультра какой-то гигантский. А ну-ка. Крутим.
Нет! Стой! Стой! Кого? Мы зря... Да, вот этот вентиль лучше не крутить. Вот этот вентиль лучше нам не крутить, потому что он, наоборот, поднимает нас наверх, да? То есть, пока мы с вами здесь что-то не сделаем, что-то, возможно, не активируем, то на этот вентиль нас с вами нажимать, конечно же, не стоит. Так, окей. А если мы заберемся сюда наверх... Блин, ну вот тут реально я пока не понимаю, что нам надо делать. Ну, конкретно мы такую дырень тут проделали, да? Ну, как будто бы... А что еще нам остается тут делать? Не, мы, конечно, с вами можем попробовать сделать невозможное. А может быть, реально, смотри, а если... А погоди, она сломалась? Она прям окончательно упала? А реально, походу, да. Может быть, реально просто нужно прокрутить этот рычаг? Уровень этой жижи, не знаю, что это такое, начнет пополняться, затапливать все. И мы просто должны успеть убежать? Что думаете? Может, реально так и надо сделать? Ну просто ниже, я не знаю, куда еще идти. Больше тут ничего нету. Это последний рычаг, который мы можем повернуть. Давайте попробуем. Была не была. Эть! Побежали, побежали, побежали. Быстрее. А что, погоди, стой. А что, ничего не произошло? Так, стоять странно. А ну-ка. О, а вот сейчас пошло. Быстрее, давай. Так, куда дальше? Куда дальше? Не видно ничего. Ничего не вижу. Да это нереально. Это невозможно сделать банально. Ничего не видно в игре. Пробуем еще разочек. Поехали. Давай. Так, вот сюда. Не вижу ничего, просто ничего не вижу. Так, я надеюсь, мы успеваем. Я очень сильно надеюсь, что мы успеваем. Я просто бегу, куда глаза глядят. Вот ей-богу, реально говорю. Да это невозможно! Так, хорошо, я понял. Крутим еще раз вентиль, побежали. Побежали. Я не понимаю, как мы должны с вами это сделать. Просто, я искренне говорю, я не понимаю, как мы должны успеть это все избежать, этой атаки. Так, нам куда вообще? Нам куда дальше? Давай! Да это нереально! Это невозможно! Так, ладно, ребят, я, конечно, постараюсь сейчас это сделать, но мне кажется, это что-то за гранью возможностей. Это реально, это что-то нереальное вообще абсолютно. Так, погоди, вот сюда. Так, дальше вот сюда. Так, надо просто запомнить маршрут. И все. Так, погоди. Давай! Ну запрыгай! Да нереально! Я не знаю, ребята, у меня уже реально горит. Я не могу, у меня уже просто... Я не могу, все. Я очень сильно хочу удалить эту игру. Я больше не хочу в нее играть. Я не понимаю, я не понимаю, что я делаю не так. Давайте, я вам просто покажу. Смотри. Мы с вами прокручиваем один рычаг, ничего не происходит. Со второго раза у нас начнет уровень воды вот этой мазоты подниматься. Соответственно, после этого мы должны сразу же резко бежать и соответственно, не допускать ни одной ошибки. И, собственно говоря, смотрите, что происходит. Я бегу. Сразу же, резко. Вот здесь мы просто прыгаем, забираемся наверх. Вы просто посмотрите, я делаю это очень быстро. Вы просто посмотрите, как я делаю это быстро. Ну, я нигде не задерживаюсь. Здесь мы поворачиваем налево. Здесь мы должны перепрыгнуть. Соответственно, мы вот так вот запрыгиваем. Мы вот так вот бежим. Мы вот так вот дальше бежим. И все, и здесь он застревает, и дальше не может пройти, ну никак вообще. Я не понимаю. Ребят, я сделал попыток, ну я не знаю, 20, наверное. У меня уже все, у меня просто горит. Ну, как я должен это проходить? Ну вот как? Я правда не по кем я должен быть, чтобы пройти этот уровень. Вот тут он застревает. Я не могу, мне. Спокойствие, только спокойствие. Я уже минут 30-40 на вот этом месте стою, пытаюсь тут выбраться как-то, но никак не получается. Ребят, сами понимали, вот только что я зашел на YouTube, мне стало просто безумно интересно посмотреть, как этот уровень пройти. Соответственно, я нашел видос, как чел просто вот делает абсолютно все то же самое, как я. Все абсолютно один в один. Но почему-то у него этот мазут поднимается с меньшей скоростью, чем у меня. У меня он какой-то Усейн Болт, я не знаю, просто сразу же летит прямо за мной. У него почему-то в видосе это все намного по-другому работает. Короче, я не знаю, я глянул на самом деле, какая концовка у этого DLC, и там реально оставалось совсем немного, то есть нам нужно просто подняться наверх, опередить этот мазут, у нас этого сделать не получается, потому что я вам реально говорю, посмотрите видос у кого-то, посмотрите, как этот, с какой скоростью этот мазут поднимается, у меня он поднимается со сверх какой-то скорости, у других почему-то этот мазут поднимается намного медленнее, я не понимаю почему, я правда не понимаю почему, хотя я сделал все один в один. Поэтому, друзья, там концовка на самом
деле реально максимально вообще, я увидел, я разочаровался в этом, потому что там реально, там этот мазут, короче, поднимается доверху вот туда, соответственно, да. Потом мы эту бабулю туда приманиваем, она просто проваливается, этот мазут, и все. И понимаешь, и там даже катсцен никаких нет. Вот, поэтому, ребят, я думаю, что на этот момент я буду заканчивать сегодня эту серию. Я все, я больше не хочу играть «Привет, сосед», вообще. Мне нужен перерыв. Мне однозначно нужен перерыв, потому что уровень моего пригорания пукана максимально высокий. Просто максимально высокий. Я, правда, я не знаю, что тут еще надо сделать, чтобы как-то замедлить что-то вот из этого мазута, что-то я не знаю. Ну, то есть, опять же, тут ничего больше не сделаешь. Тут просто больше ничего не сделаешь. Поэтому, ребят, я надеюсь, вы кайфанули от просмотра этого видоса. Я наконец-то мы это закончили. С вами сегодня был, как всегда, Олежа Кофе. Не забывайте подписываться на канал, обязательно прожимать кнопочку лайка. Ребят, правда, сори, что видос заканчивается именно так, но я правда не знаю, что еще делать. Я, чтобы вы понимали, я уже почти 3 часа сижу, пытаюсь пройти все это, все вот это вот, да. И у меня уже реально просто пригорает, у меня уже просто банально нет сил, у меня уже просто голос мой меня подводит, поэтому, ну тут я реально просто надеюсь на человеческое понимание, потому что, ну как бы тут особо финала нормального нету, как бы разработчики не особо постарались над ним, но тут реально как бы, ну, наплевательски с моей стороны, да, немного относились к этому, поэтому я вообще даже не вижу смысла проходить до конца, потому что я рассчитывал на другую концовку, а увидев концовку, которую нам приготовили, там, ну, это реально просто бред. Поэтому, ребят, опять же, сорян, что так, но тут по-другому вообще никак. Там, чтобы понимали, я нашел видос, чел вообще не торопится просто, по полчаса еще осматривается там что-то по сторонам, а я вообще, у меня даже права на ошибку тут нету, вообще, ну, то есть это какой-то просто бред. Все, ребят, огромное спасибо за все, всем до скорой встречи, и всем пока-пока.